Здравствуйте, в эфире информационная служба телеканала «Первый Карагандинский». В студии работает Мирамгуль Салкимбаева. Сегодня мы расскажем. Асылбек Дюсебаев посетил несколько предприятий города Балхаш. Жители поселка Восьмидомики уже проверили на прочность свое новое жилье. Два неотапливаемых зала ожидания появятся в Караганде. Аким области Нурмухамбет Абдибеков посетил Нурказганский комплекс. В него входят рудник и обогатительная фабрика «Караганда-Цветмет». Спустившись в шахту, глава Карагандинского региона ознакомился с работой буровых установок, проходческого участка, а также произвел осмотр ремонтного пункта дизельного участка. Согласно технологии работ, медно-сульфидная руда Нурказганского месторождения из подземного рудника магистральным конвейером поступает на обогатительную фабрику, где методом флотации осуществляется переработка руды. Нурмухамбет Абдибеков побывал в корпусе тонкого дробления, осмотрел операторскую и горно-обогатительное оборудование роллер-пресс. Специалисты рассказали главе области обо всех тонкостях технологического процесса производства и о модернизации и инноваций по автоматизированным системам. Подряд организации ДИУС делают сервис Шагман, механика жарна, энергетика жарна. Добыча медной руды – основной вид деятельности предприятия. Проектная мощность составляет 4 миллиона тонн в год. Уже на протяжении 6 лет разработка месторождения осуществляется подземным способом системы подэтажного обрушения. Амина Смакова, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Тем временем первый заместитель акима области посетил несколько предприятий города Балхаш. В ходе рабочей поездки местные чиновники отчитались о проделанной работе за последние месяцы и заодно рассказали о планах на 2016 год. Кроме того, Асылбек Дюсебаев ознакомился с строительством 60-квартирного жилого дома и нового детского сада. Асылбек Дюсебаев первым делом посетил предприятие «Сарыказнас», специализирующееся по разведке и добыче меди из техногенных минеральных образований. На предприятии внедрена инновационная технология переработки медных руд для производства высококачественной катодной меди. Представители организации говорят, что дает возможность использовать медь для развития строительной, радиотехнической и энергетической отрасли Казахстана. За счет реализации проекта на сегодня создано более 145 новых рабочих мест. В этом году медная компания «Конрад» завершила расширение производственной мощности нашего гидрометаллургического комплекса из 10 тысяч до 15 тысяч тонн катодной меди в год. Несмотря на кризис, медная компания «Конрад» продолжает наращивание производственной программы, и уже в этом году мы произведем порядка, до конца года мы произведем порядка 12 тысяч с половиной примерно тонн катодной меди. Затем Асылбек Дюсебаев ознакомился с ходом строительства детского сада на 320 мест. Работы ведутся уже больше года. Сдать учреждение в эксплуатацию планируется уже в текущем году. Детский сад будет включать 4 ясельные группы, 8 младших и 2 средних групп. И получается, что на этот уже выделяли дом. Из республики теперь они не могут повторно выделять. Что теперь? Ну теперь нужно это... Средство бюджет подзаявку. А кто это делал? Мы вам не выделили. Первый заместитель акима области в ходе рабочего визита посетил площадку строительства 60-квартирного жилого дома, на строительство которое ожидается потратить 437 миллионов 946 тысяч тенге. Также первый заместитель осмотрел готовность к отопительному сезону микрорайон Гунарат. По завершению рабочего визита первым заместителем акима области были рассмотрены годовой выпуск производства региональных предприятий. Также Асылбек Дюсебаев дал ряд поручений чиновникам и новому акиму города Балхаш. Гульза Ацахова, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. А вот жители поселка Восьмидомики уже проверили на прочность свое новое жилье. Пострадавшие от паводков дома были восстановлены. Тот роковой для многих день семья Тюриных вспоминает с ужасом. Дом пострадал от паводков одним из первых. По их словам, все произошло неожиданно. Спасатели эвакуировали всех жителей. Пострадавшие не могли поверить в то, что их дома больше не пригодны для жилья. Местные власти обещали помочь, но жители сомневались. Теперь не осталось никаких сомнений. Семья Тюриных рада своему новому жилью. Во-первых, у нас дом был старый, 53-го года.
Он был у нас низкий, 2,10. Комнаты маленькие. Ну, конечно, мы его поддерживали, как могли, сами знаете. Поддерживали, ремонтировали, все. Ну, а сейчас вы сами видите, какой дом. Мы даже не ожидали, что вот такие нам дома построят. Старые дома были построены из саманных кирпичей. И поэтому жилье не смогло противостоять наводнению. Но сейчас у сельчан все изменилось. Вместе с новым домом новая мебель и бытовая техника. 10 построили, 10 домов. А один дом, у него документы не были неправильные, правоустановляющих документов не было, но государство здесь помогло. Из фонда, областного фонда помощи этому господину Ибрагиму была выкуплена квартира в городе Сарани на 4 735 000. Во время паводков в поселке Восьмидомики был затоплен 71 двор. Всего от пострадавших принято 55 заявлений о возмещении ущерба. По данным строительной экспертизы, впоследствии наводнения аварийными были признаны 11 домов. Лариса Хусейнова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Хотите провести время в непринужденной обстановке в одном из лучших кафе-ресторанов в центре города? Тогда ваш выбор – Серебро. У нас уютно и комфортно. Кафе-ресторан Серебро предоставляет 3 просторных VIP-зала, оснащенные бильярдом и караоке. У нас вкусная еда таджикской и европейской кухни. При этом цены приемлемы для каждого. Бизнес-ланч, шашлыки от 600 тенге. В пятницу, субботу, воскресенье работает диджей. Приходи, потанцуем. Впереди Новый год, корпоративный. Дневные вечера. Кафе-ресторан «Серебро» будет рад видеть вас по адресу Нуркена Абдирова, 12. Студенты Карагандинского технического университета разоблачили преподавателя. Они неоднократно пополняли карман педагога в обмен на положительные оценки и сдачу зачетов на сессиях. Несмотря на знания студентов, преподаватель давала установку старости. Чтобы сдать сессию, нужно заплатить. Билет на экзамен обходился студентам недешево – от 2 до 5 тысяч тенге. У учащихся вместе с терпением закончились и деньги. Студенты пожаловались проректору и даже в службу внутренней безопасности и борьбы с коррупцией. Провинившийся преподаватель не понес никакого наказания, был просто уволен. Отметим, этот случай уже не первый в стенах высшего учебного заведения. Продолжим выпуск. В Караганде появятся крытые остановки. 2 неотапливаемых зала ожидания уже возводятся на городском автовокзале. Со слов руководства, их стоимость составит 18 миллионов тенге. Закончить строительство планируется уже в декабре. Идея строительства теплых остановок на автовокзале возникла не случайно. Площадка, где люди ждут маршруты, раньше была закрыта лишь навесом. Это не спасало ожидающих ни от ветра, ни от морозов. Со слов руководства учреждения, они хотят, чтобы горожанам и гостям шахтерской столицы было комфортнее ожидать автобусы в зимнее время. Вот уже месяц здесь идут работы. Сейчас уже поставлены пластиковые перегородки. Это будет 2 павильона у нас, которые идут, допустим, на пригородные. На пригород и отдельно на межгород. У нас стоит терминал по продаже билетов. Они могут приобрести билет, не выходя на улицу, дождаться автобуса, сесть в автобус и уехать. Однако люди пока воспользоваться услугами электронного терминала не спешат. Предпочитают обеличиваться по старинке через кассы. Оба строящихся зала финансируются за счет автовокзала. Общая стоимость проекта составляет 18 миллионов тенге. Ожидается, что теплые остановки появятся уже на Новый год. При этом работники просят соблюдать здесь чистоту и порядок. А у нас там стоят камеры видеонаблюдения, наши камеры видеонаблюдения. То есть они изначально и стояли, и стоят. И стоят камеры видеонаблюдения, которые подключены на центральный пункт полиции. Таким образом, сотрудники автовокзала будут бороться с мародерами. Также планируется закрывать павильоны на ночь. Люди о данном новшестве отозвались положительно. С их слов, эти остановки необходимы Караганде. Главное, чтобы их не сломали. Ну, есть такие люди, да, плохие. Ну, хорошо было бы, чтобы везде, чтобы было такое.
тепло было. Я с Темиртау, я приезжаю сюда довольно часто. У нас же ветра зимой. Будет тепло, людям комфортно, удобно. Очень рада. Я думаю, что все пассажиры меня поддержат. Зимой холодно. Бывает, автобусы ломаются. И стоишь, мерзнешь. Да, нужна. Надеетесь, что будет тепло, да? Ну да, более-менее все равно не так уже на ветру стоять. Все опрошенные выразили опасения о долговечности строения. Со слов граждан, людей нужно приучать к дисциплине. Добиться этого можно лишь с помощью полицейских. А имам Ринатолий Генрашитов, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Совершить суицид вместе. Казахстанские подростки знакомятся в социальных сетях, чтобы совершить суицид. Неразрешимые проблемы, безответная любовь, ссоры с близкими и многое другое становятся причиной самоубийства. Что делать родителям и как обезопасить свое чадо от дурных мыслей, расскажет Лариса Хусаинова. Участники групп учат людей суициду и ищут партнеров, с которыми идут на такой шаг вместе. Подписчики размещают фотографии, на которых запечатлены порезы вен, повешенные и прыгающие с высоты подростки. Кроме того, в группах публикуются списки фильмов о самоубийстве и глубокой депрессии. Психолог Салтанат Иргужаева уверяет, чтобы защитить ребенка от суицида, нужно больше уделять времени и относиться к нему с доверием. Не научив ребенка быть самостоятельным, делать выбор, подходить как-то самостоятельно к жизни, они по истечении определенного срока говорят, ну ты же взрослый, ты же должен это уметь делать. И естественно ребенку в этой ситуации очень сложно. Теряет доверие близких, он теряет доверие к миру. Чтобы избежать самоубийства, специалисты советуют родителям загружать детей полезными занятиями. Начиная с 3 лет, у каждого ребенка должна быть ответственность, говорят психологи. От этого подростки чувствуют, что им доверяют и что они нужны. Тогда их не будут интересовать ни секты, ни подобные группы. Так, ну, сегодня Казахтелеком ввел новый сервис, позволяющий решить проблему обеспечения безопасного доступа в интернет путем предоставления сервиса по фильтрации негативного контента. Услуга называется «Родительский контроль». Путем анализа запросов ребенка в онлайн-режиме услуга автоматически блокирует доступ к веб-сайтам, содержащим нежелательную информацию. Услуга «Родительский контроль» позволяет родителям самостоятельно заносить в черный список сайты, которые, по их мнению, могут негативно повлиять на ребенка. А также есть 5 программ блокировки по возрастным категориям. Лариса Хусейнова, Исламбек Оспан, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Смертельное дорожно-транспортное происшествие унесло жизни школьника и его отца в Караганде. Авария произошла на 15-й магистрали при столкновении 2 «Тойот». В трагической аварии с летальным исходом пострадали еще 2. Их госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу. Как стало известно позже, за рулем одной из машин был 18-летний студент. Погибший 9-летний мальчик и его отец скончались на месте. 2 пассажира скончались на месте. Еще 2 участников ДТП получили травмы. Проводится досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз. По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения. В Караганде завершилось строительство нового медресе. Фундамент здания был заложен еще в 2013 году. И уже сейчас религиозная школа готова принять учеников 10-11 классов. В ней желающие могут получить знания около 2 лет, после чего смогут продолжить свои знания в других вузах с религиозным уклоном. Медресе рассчитан на 50 мест. В режиме интерната ученики смогут получать знания абсолютно бесплатно. Посещение занятий внешкольной программы для учащихся общеобразовательных школ города согласован. Набор учителей уже завершен. Сегодня их насчитывается 15. Кроме того, руководителями учебного заведения был приглашен академик из Египта. Медресе в целом готов к сдаче. Только в здании не хватает главных принадлежностей для учащихся. Парты, стулья, компьютеры и многое другое. В связи с этим хотелось бы обратиться ко всем за помощью. Во благо будущего поколения. Для ваших же детей. Здание было построено при поддержке областного акимата и с помощью добровольных предпринимателей. Не остался в стороне и простой народ. Сегодня медресе уже готов принимать своих первых учеников. Однако на оснащение мебели учебного заведения средств пока не хватает. В принципе, 1 сентября здание было готово. Остались, ну, скажем так, проблемы, которые решатся вот именно с подключением света,
электроэнергии. Ну, аким области пообещал помочь, поэтому я думаю, что он, конечно, свои обещания выполнит. Ну, сейчас вот осталось мебель сюда закупить. Руководство мечети собиралось. Ну, я думаю, можно так же, вот, все желающие могут купить кто-то стол, кто-то стол. Медресе построили возле городской мечети. Между зданиями есть специальный проход, чтобы ученики смогли в любое время посещать библиотеку. Руководство отмечает, что открытие таких религиозных учреждений будет способствовать правильному воспитанию молодого поколения в отношении общего взгляда на религию и вере. Гульза Ацахова, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Уже 350 предпринимателей смогли развить свой собственный бизнес при помощи дорожной карты бизнеса 2020. Благодаря программе с 2010 года число безработных сократилось, а количество трудоустроенных увеличилось. Карагандинец Муса Акашев в этом убедился. Сейчас он владелец гостиничного комплекса «Карагай», и его бизнес процветает. Более подробно в следующем сюжете. Муса Акашев всегда мечтал о собственном гостиничном комплексе. В этом году его желание исполнилось. Мужчина получил государственную поддержку в размере 20 миллионов тенге. Муса запустил гостиничный комплекс «Карагай». Двуспальные, односпальные и трехспальные номера, столовая и большой банкетный зал. Запустил 5 номеров, одноместных, двухместных и трехместных. Увеличил штат своих работников, 5 рабочих мест увеличил. Отчисление на бюджет было где-то 50% увеличивается. В этом году дорожная карта бизнеса 2020 смогла помочь реализовать свои мечты не только Мусе Акашеву. За 10 месяцев текущего 2015 года государственную поддержку получили 82 предпринимателя. Государственную поддержку в рамках программы дорожной карты бизнеса получают основные предприниматели, которые реализуют свою деятельность в приоритетных отраслях. Это, в первую очередь, агропромышленный комплекс, обрабатывающие отрасли, услуги в области проживания, образования. Вот есть определенный перечень приоритетных секторов, по которым они могут получить субсидию, государственную поддержку. Власти и дальше собираются оказывать всяческую поддержку предпринимателям. Благодаря успешным проектам Караганда развивается, идет ногу со временем. И в городе существенно сокращается количество безработных. Амина Смакова, Тулиген Рашитов, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Футболисты карагандинского «Шахтера» уже 6 месяцев не получают зарплату. Проблемы с финансированием у команды появились еще в прошлом году. Но руководство клуба как-то выкручивалось, сейчас терпение игроков на исходе. Они написали письмо главе региона Нурмухамбету Абдибекову. Футболисты написали обращение акиму области и попросили провести финансовую проверку деятельности клуба. Также они хотят, чтобы им выплатили долги. Сумма на сегодняшний день составила около 700 миллионов тенге. В своем обращении они попросили Абдибекова разобраться в ситуации и наказать виновных. «Мы хотим начать 2016 год без финансовых трудностей», – написали игроки. А руководство «Шахтера» комментировать ситуацию отказалось. Они сообщили, что готовятся к последнему матчу в текущем сезоне. Он состоится 8 ноября на выезде с Укжетпесом. Тем временем юниоры проблемной команды «Шахтер» прославились новыми наградами. Одержав победу среди не менее сильных соперников, команда вновь доказала, что вовсе не промах. Финальная битва состоялась именно на поле Караганды. Проходили решающие игры с 19 по 23 октября. Футбольный чемпионат среди юниоров Казахстана положил старт еще в начале апреля текущего года. Команды боролись за титул лучшие в разных городах республики. Игры состояли из 5 туров. Основных игр насчитывается около 16. После определились сильнейшая восьмерка, которая приняла участие в полуфинале. Это каждый год, то есть 2002, 2001, 2000, 99, 98, 97. Среди каждых этих возрастов идет свой чемпионат и... Караганда выставляет на каждый возраст свою команду. В финальной игре принимали участие 4 команды – Иртыш, Кайрат, сборная Актобе и сборная Караганды. Наши игроки считают, что соперники были достаточно сильны. Несмотря на погодные условия и поле, которое сейчас не в лучшем состоянии, карагандинский «Шахтер» все же одержал победу. Команда Ю-13 получила номинацию «Лучший вратарь и нападающий». Эти соревнования были очень тяжелые. Все команды были сильные. Но так как у нас была сплоченная команда, мы были немножко сильнее.
Для игровой практики это очень хорошо, считают тренеры. С каждой поездки наши команды узнают что-то новое, смотря как играют другие и делясь своими знаниями. Сейчас главной задачей Николая Гавриш является вырастить из школьников настоящих профессионалов. Масштабных соревнований пока не намечается, но команда уверяет, что должна быть готова к любой битве. Асель Сазанбаева, Жасулан Макулбеков, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Это была последняя новость. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.